Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. За окном пятница, 16 июля, на часах ровно 20:00. У нас в Ярославле уже месяц держится египетская жара. Днем 34, ночью 24. Все от жары очень устали, и люди, и растения, в саду и огороде. Сорняки не растут от слова совсем. Один раз прополол, и участок как в рекламе. Дело дошло до того, что трава желтеет и сейчас напоминает майскую пожароопасную ситуацию, когда сходит снег и обнажается сухостой. Помогает спасти ситуацию только ночной полив. Именно ночной, с 21 часа до 3 часов. Даже после 7 вечера поливать смысла нет, ибо земля раскалена и вся вода испаряется. Поливаем дачу по графику ночь через 3, с 9 вечера до 3 утра. Поливаем все грядки, картофельное поле, ягодные кусты и плодовые деревья. Результат на данный момент отменный. Все растет, цветет и предрекает отличный урожай. Только ночью хочется спать, а не поливать с фонарем. Надеюсь, что соберем хороший урожай и труды будут не напрасны. Также от всего сердца хочу поблагодарить своих зрителей на Яндекс.Канале. Благодаря вам мои ролики теперь монетизируются и приносят копеечку, что дополнительно мотивирует делать ролики для вас. Еще хочу обратиться к своим зрителям на YouTube с просьбой быть поактивнее. Подписаться и посмотреть двухминутный ролик от начала до конца — дело нетрудное, а мне приятно. Всем спасибо за просмотр. С вас лайк и колокольчик, а также подписка, если по какой-то странной причине вы еще не подписаны на мой канал. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!